Привет всем. Меня зовут Джонатан, и это мой первый день для Add One Challenge. Сегодня 28 марта 2016 года, лет. Я знаю русский язык, но я не говорю как хорошо, так я хочу. Я изучаю уже 4 года, но еще я говорю медленно, и я думаю много перед тем говорить, и я хочу говорить быстрее, чем сейчас. Я хочу изучать много слова, и я хочу мочь говорить 15 минут с людьми, с друзьями на русском. Сейчас я говорю на русском, но это очень не так трудно, когда я начал мои изучения русского языка, но не знаю, рассказывать. Я говорю обо мне. Я скажу, что я думаю, но это не так интересно для друзьями. Утро, друзья, когда мы поговорим. Я должен изучать более глагол не совершенный вид и совершенный вид, и глагол для, например, идти, ехать, ходить, и так далее. И что я хочу сделать аудио записи каждой неделе, и мы будем видеть, как говорю через 90 дней, и я хочу говорить лучше, чем сегодня. Большое спасибо вам за помощь. И большое спасибо, Брайан Куанг, для Add One Challenge. И большое спасибо, Виктория Юскевич, Вика, для помощь. И это все для сейчас. Пока-пока.